4 апреля во Дворце спорта имени Гамида Гамидова прошло торжественное мероприятие в рамках празднования Дня единения народов Белоруссии и России. В мероприятии в качестве почетных гостей приняли участие представители мэрии города в лице первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, начальника управления Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан Халимбека Махачева, уполномоченного министра по делам молодежи и территориальных округах Республики Дагестан Шамиля Абдугаджиева, председателя ассоциации «Аспатриоты» в Северном округе Магомед Магомедов. Для открытия мероприятия слово было предоставлено первому заместителю главы администрации Бадыру Ахмедову, который в своем выступлении поприветствовал присутствующих от имени главы города Зайнудина Акмазова и подчеркнул важность сохранения дружеских взаимоотношений между спортсменами государств. Действительно, проводится ежедневно огромная работа в части спортивных мероприятий в городе. Когда мы говорим о том, что на Союз является легкой, вольной победой, я могу с уверенностью сказать, что как-то дисциплина у нас не пробавляется, писать о других дисциплин, которые культируются в городе на Союзе. Еще раз поблагодарю организаторов этого мероприятия, всем благодарю. Спасибо. Также в числе приглашенных гостей были помощник депутата Народного собрания Республики Дагестан Муса Габибов, председатель молодежь Казбековского района Камал Абдулаев. Кроме того, участие приняли титулованные спортсмены, директора всех спортивных школ, начальники отделов и управления администрации города и воспитанники городских спортивных школ и представители муфтията Республики Дагестан по городу Хасавюрт. Уважаемые братья, в числе тех, которые носят определенные вклад воспитания подрастающего поколения – это самое лучшее, что вы можете совершать в своей жизни. Воспитывая, давая определенные уроки, ценные советы подрастающему поколению, вы оставляете вечный след истории нашей республики. Поэтому мы от лица отдела просвещения, регионального отдела просвещения, выражаем вам огромную благодарность за ваш большой вклад, большой труд, который вы делаете для вас, воспитания подрастающего поколения. В продолжении мероприятия слово было предоставлено Камалу Абдулаеву, председателю молодежь Казбековского района, который в своем выступлении отметил, что патриотизм должен воспитывать с детства в семье. Сегодня очень рад поприветствовать вас от лица ассоциации «Патриоты», от молодежи Казбековского района и от себя лично. Уважаемые друзья, я хочу начать свое выступление со слов нашего известного писателя, поэта Расула Гамзатова. Дагестан, все, что люди мне дали, я почистил с тобой разделю. Я свои оригинальные дали на вершине твоей приколю. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, уважаемые сверстники, именно в ответе слова должны звучать каждому из нас в сердце. Уважаемые друзья, также сегодня в нашем дворце Гамидова собралось большинство молодых ребят. Хотелось бы обратиться именно к вам. Всегда оставайтесь патриотами, любите свою родину, работайте во имя процветания родного края. Мы не должны разделяться на все, на национальности, на города, на районы. Мы один дагестанский народ. Мы один российский народ. Пока мы не видим, мы не победим. Призыв к ведению здорового образа жизни в своем выступлении пропагандировали также знаменитые спортсмены города, главный тренер бойцовского клуба «Боевые орлы» Надырбек Хабибов, мастер спорта международной категории, боец клуба «Боевые орлы» Гергий Шахрур-Рамазанов. Вот желаю видеть всю эту молодежь. Молодежь Хасвета всегда активна, и это очень радует. И нас ставят везде как духовных, дружественных, порядочных, благородных людей. Я обращаюсь к молодежи, призываю их сохранить эту планку и заниматься всем тем, что приносит пользу как себе, так своим близким и окружающим.
Вот. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ну, неважно, станете ли чемпионом или нет. Продолжать достойным, порядочным, имущественным людям. И не следовать за всякими блогерами, парнями, за всякими людьми, которые представляют наш край, нашу республику, нашу страну в негативном свете. Так что призываю вас вести себя достойно, где бы вы ни были и куда бы вы ни оказались. Уважаемые представители спорта и спорта, спорт, очевидно, занимает лидирующие позиции. Значит, заниматься спортом, это быть сильным духом, здоровьем. Вы не забывайте, что свое будущее вы строите именно сами. Желаю вам отличных поставленных целей. Начальник управления Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан Халимбек Махачев вручил почетную грамоту Министерства спорта Республики Дагестан за вклад в развитие спорта в Дагестане Имампаше Умаханову. Также в торжественной части мероприятия было объявлено о присвоении звания мастера спорта международного класса по спортивной борьбе Зауру Угуеву, который в данный момент находится на сборах в городе Сочи. Почетная грамота награждается Умаханова Имам Паша Абдул-Басирович, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Шабина Умаханова, город Хасаюг, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан и пропаганду здорового образа жизни. Министр Магомедов. Награждение проводит начальник управления Министерства по физической культуре и спорта Республики Дагестан Халимбек Махачев. Имам Пашу Умаханова здесь все знают, не только знают. Его очень любят наши дети, будущие наши чемпионы. Чемпионы России, я надеюсь, Маша, твоя зала еще, ты еще приложишь руку, чтобы много-много и то, что сегодня получается, это очередная такая почетная грамота, это такой маленький стимул, что Министерство спорта Республики Дагестан, сам министр Магомед Юсупович, помнит, знает и всегда хотя бы все могут тебе рады помочь. И хочу я отпустить учителя грамоту. Еще одна награда нашему выдающемуся борцу. Министерство спорта Российской Федерации. Угуев Заур Ризванович является мастером спорта России международного класса по спортивной борьбе. Министр спорта Колобков. Так как Заур Угуев находится на сборах и готовится к чемпионату Европы, удостоверение вручается директору спортивной школы Мавлита Батырова Абакару Абакарову. Удостоверение также на грудной знак мастера спорта международного класса. Кульминацией мероприятия стало проведение показательных выступлений воспитанников городских спортивных школ имени Маулета Батырова и Шамиля Умаханова. В завершении культурной части мероприятия свои номера представили артисты городского центра культуры и муниципального хореографического ансамбля «Эхо гор». Самбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».